Ребята, всем привет! Вы на канале «Интересы разные». Сегодня хотел бы такой сделать мини-обзорчик китайской складной ножовки. Вот. Такая вот, как бы, ничего не говорящее название «Фло». Вот. Купил ее, как бы, ну, чисто так, для вылазок на природу. Но хочу сказать, что она меня приятно удивила при своей цене. Довольно такой небольшой. Вот. Как бы ножовка режет вообще классно. Сейчас одной рукой неудобно. Разложу ее. В рабочее состояние приводится вот так вот. Разлаживается. И здесь такой как бы зацепчик есть. Чик. Фиксируется. Так. Ну, длина около 40 сантиметров. Соответственно, длина пильной части сантиметров где-то около 20. Вот. Купил ее там недорого, где-то в районе что-то вроде около 5 долларов. Вот. Сейчас здесь выбрался в лес. Покажу, как она работает. Здесь нашел сушинку. Такое, да, упавшее дерево уже. Как бы одной рукой. Сейчас у нас как бы стоит морозик, поэтому, ну, древесина довольно твердая, но ножовка справляется на ура. То есть разводка зубьев такая довольно неплохая. Вот, как бы ничего не клинит, но пилит классно. Как бы за свои деньги, в принципе, нормальная вещь. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.